Всем приветики. Купила себе, значит, две заглушки для телефона. Пришли они в таком пакетике. Заглушка для микро USB и для разъема наушников. То есть сами они резиновые и вставляются, легко вставляются в разъем для зарядки и для наушников, защищая от пыли, грязи. Вот, к примеру, вот он телефон, вот его разъемы. Разъем для micro USB, куда вставляется зарядка, и для наушников. То есть в разъеме для динамика там внутри сеточка стоит. В микрофоне тоже разъем микрофона, сеточка стоит. Вот. А вот именно в micro USB и разъеме для наушников ничего нету. И туда может попадать пыль и грязь. И чтобы этого не было, сначала смотрим, чистое ли это все, потому что, ну, когда, например, во время зарядки вынимаешь, может прилипнуть к резине, например, какая-нибудь, ну, пылинка, там, соринка. И когда убедившись в этом, что там все чистенькое, можно вставлять в разъем. Он легко туда вставляется, и все, вот он стоит. Вообще не торчит никак, как бы все закрывает и защищает от пыли. Оно стоит ровненько так вот. И по цвету подходит. Там, кстати, разные цвета есть. Белые, там еще какие-то. Но у меня телефон черный, поэтому я взял себе черный цвет. Вот это разъем для наушников тоже туда вставляется. И все, вот уже и закрыто как бы. И то теперь ни туда не попадет грязь. Ни пыль, ничего. Вот. И как раз таки почти что идеально подходит все. Ну, сюда идеально подходит, а здесь слегка чуть-чуть оно просто не закруглено, а полусторонное. Ну, так оно нормально смотрится. Вот. Наушниками я не часто пользуюсь, поэтому, можно сказать, вообще не пользуюсь, поэтому там оно постоянно стоит. А это во время зарядки снимаю, зарядил и обратно ставлю. И когда вот вынимаешь зарядку, когда забываешь ставить его, думаешь, блин, чего-то не хватает уже, как бы. Уже что-то уже кажется и не так, потому что я уже привык, что, ну, я не знаю, сколько пользуюсь, может, неделю. И удобная штука, как бы. Ну, ты как-то так чисто понимаешь, что вроде как оно защищает, потому что без него, ну, действительно, всякая грязь туда может попадать, а с ним, с оглушкой, то вроде как и получше. И когда она не стоит, кажется, вот, блин, уже что-то не так. И хочется поскорее обратно ее туда поставить. Тем более, что она не мешает, не торчит. Все такое вроде и смотрится нормально. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.